Всем здорово, Blackpink приветствует вас. Ну чё, глянем наш клипец? Чё там интересно нам сморганили на постпродакшене? Мне тоже интересно. Я немного мандражирую, если честно. А вы чё? Сфигали. Да хорош уже, чё, первый раз что ли в этом бизнесе? Лично я уверена, что я выгляжу офигенски в этом клипе. Так что меньше слов давайте зырить. Да давайте запускать уже картинку. Врубай ящик. Ааа, начинается. Двигайся. Всё, прикрыли варежку. Чекаем клип. О боже, кто это там в клетке у нас? Кажется, это наша Джисуня. О, хера себе, как она протаранила стену. Уах, секси. Ой, ой. Еще и шмаляет закрытыми глазами. Офигеть. Вау, а вот и Лиса. Это что, лифт в египетском стиле? Ох. Череп кеткенал мало алгансунгы. О, Розе, ты что здесь обкурилась? Откуда столько дыма? Фу, это что, смола что ли? Ох, йоу, тебя снова вогнали в краску. Охренеть. Неделю потом отмывалась. О, опять же сухо в клетке. Какая же я охрененная. О! Это ты была, Лиса, да? Мы тебя спалили. Вот с***. Во что нас напялили? Не говори. Сэкономили на одежке. В реале я не надела бы эти тряпки. А-а-а, куда же без тяжелого рэпчика Лисы? Ты заметила, Лиска? Турсингерм каттер. Эй, вы тоже заметили, да? Само собой. Рэпчик в стиле 90-х. Ой, как вы бедрами виляете. Ха, концовка убила. О, Джисуха, как всегда, на фоне луны или воды. Ты чё, Джисуха, а на шу здесь выращиваешь? О, бренди-бренди балалай, под столом сидел бабай. Сделала вид, что играю, типа. О, опять в маске. Найс. Классные штанишки у тебя, Лиса. Завидую молча. Джисуха, верни челку Лисы на место. Мы с ней типа образами поменялись. Я одолжила свою челку Джисухе. Мне чё не одолжила? А чё меня на задний фон поставили? О, катту-гатту. У меня клаустрофобия. Поэтому не захотела сниматься в моей локации. Думала, стенки ее сейчас пришибут. Я же вовремя свалила оттуда. Танцы, шманцы и еще раз танцы. Ну куда же без этого ра-та-та-та? Так держать. Окей, жгите, девочки. А, мурашки по телу. Ну чё скажете? Как всегда, огонь. Только меня чё-то мало в кадре. А так всё зашибитлс. Как-нибудь в следующий раз, дорогая. Ты чё скажешь? Ну клип зашёл, потому что там меня много. А моей партии так мало, обидно. Да впереди дохренище камбэков, там будешь солировать. По мне так классно клип. Во-первых, я в первом кадре, во-вторых, играю на инструменте, в-третьих, крутой визуал. Да хорош хвастаться. Ну первый кадр, конечно, зачетный, ноль базара. Ну давайте пожелаем, что это наш не последний камбэк. Будем трудиться во благо радости наших блинков. Айтханнгельсин. Розовый яд, это классный клип. А теперь самое время попрощаться с нашими фанатами. Всем покасики. Мы вас любим. Как там делается? Озвучка VJ Studio, Асан Раймбердиев.